Ну что, готов? Да. Друзья мои, всем привет. Йо. Сегодня... Нет, тебя пока нет, Виталий. Я тебя представлю, Виталий Фатеев, и ты начинаешь. А, потом камера переходит, да? Да. Но вас видно вдвоем. Друзья мои, всем привет. Сегодня наступил день, которого многие давно ждали. Сегодня тренировка плечей. И сегодня мы качаем плечи с плечистым парнем Виталием Фатеевым. Виталий, привет. Привет, Андрюх. У нас только недавно завершился соревновательный сезон, поэтому напрягаться нам особо нельзя. Особо не будем, да. Вот. Нет, нельзя. Но я не сказал, что не будем. Но ради наших зрителей, я думаю, мы немножко сегодня задницу не порвем. Постараемся. Хорошо. Тренировка плечей. Let's go. Тренировку плечей, как и любую тренировку, мы начинаем с разминки. Почему-то, кстати, все выпуски «Тело время» предыдущие мы как-то упускали из виду разминку. Хотя я перед каждой тренировкой обязательно очень тщательно разминаюсь. Но именно на тренировке плечей я хотел бы побольше акцентировать внимание на разминке, потому что плечевой сустав – это наиболее уязвимый сустав для травм. Чаще всего летят плечевые суставы. Поэтому перед тренировкой плечей обязательно разомнуться. Я беру там маленькие гантельки, там по 5 килограмм, и в самых различных углах начинаю разминать. Там перед собой по 10 раз, в стороны, в наклоне на заднюю дельту. Жимчики такие делаю. Также я делаю вот такие вот вещи. Тем самым включается в работу наиболее труднодоступные волокна, которые нельзя задействовать обычными движениями. Такие вот движения. Чем тщательнее вы разомнетесь, тем тщательнее вы разомнете плечи перед тренировкой, тем вы себя более обезопасите от травм. Да? Итак, ты что не разминаешься? Или ты уже готов? Все, сейчас начинаем. Виталька? Раз 20. Да, раз 20. Чисто крови закачать. Первое упражнение, с которым мы начинаем тренировку плеч, это разводка гантелей в наклоне на скамейке на задний пучок дельты. Я очень часто прибегаю к тому, что я начинаю тренировать свои плечи именно с заднего пучка, потому что он чаще всего у всех, у большинства, именно он отстает. Поэтому в виде приоритета, когда начало тренировки, когда мы еще полны сил, лучше начинать с заднего пучка. Вот. А почему на скамейке мы сегодня делаем? Обычно стандартно это вот в наклоне, да, разводка. Сегодня мы решили попробовать на скамейке. Вот. Скамейка, она не дает туловищу раскачиваться, да, Виталь? Таким образом, более четкая нагрузка на заднюю дельту. Ну, я уже чувствую, вот так она прям наливает сразу. Сразу куда надо. Виталь, расскажи вообще, плечи на самом деле, вот что касается груди, плечей, тут у тебя все в порядке, да? Свою тренировку плеч, вот стандартную. С жимом начинаешь, с разводок? Выход в наборе именно этих мышц я нашел в махах, в большом количестве махов, именно более прицельные работы. Потому что взять тот момент, когда я начинал, я старался делать больше жимов. У меня тоже. Доходило до того, что делал жим из-за головы и жим перед собой на одной тренировке. Все это медленно, но верно переходило микротравмы, а объем мышц не шел. Вот. И когда я начал делать уже большое количество протяжек, как подбородку, махов, вот тогда сразу объемы пошел, да. То есть бодибилдинг – это есть накачка, но тут нужно учитывать то, что вес поднимаемого снаряда тоже должен быть в той мере, которая необходима для задания нужного стресса.
как же можно в нижней позиции немножко делать оттяжку. То есть как бы расслабление и в обратной фазе более тщательное сокращение мышцы. То есть экспериментируйте. Я еще заметил такую ошибку у многих новичков. Они просто берут вверх, закидывают. Да. Я считаю, это не очень правильно. Нужно чувствовать вес и движение до самого конца. То есть вы доводите максимально, сократили и старайтесь в негативной фазе как будто немножко придерживать этот вес. То есть негативную фазу тоже чувствовать. Тогда, я думаю, это упражнение даст вам наибольший эффект. Тут еще, наверное, тот фактор служит, что необходим вес, необходимый вес для задания нужной нагрузки. На самом деле эта мышца, она находится как бы на спине, она тоже часть такая спины. Же, да, тяговая, как и мышца спины, поэтому здесь нужен вес немножко больше, чем, допустим, маки в стороны. Я думаю, ты хотел сказать о том, что все-таки вес должен быть максимальный, но тот, который ты чувствуешь. Да, то есть можно взять, в принципе, и больше, ты его чувствовать не будешь, закидывать. Опа! Виталька, считай. До 12 идем? Да. Давай. Раз, два, три, четыре. Давай, давай, сам. Пять, шесть, семь. Помощней, помощней закидываем. Восемь. 9. Еще один. 6. Еще два можешь. Раз. Два. Отлично. Давай, Виталька, легко. 12 не меньше. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Еще. 10. Два раза. Раз. Два. Хорош. Предлагаю накинуть еще. Что-то как-то. По тридцатке. Ну. По 30, да? Давай, да. Мы сейчас находимся в постсоревновательном периоде. Мы сейчас. Мы не в форме. Плотненько кушаем, да, нас прет. Но я хотел, нас просто Виталь смотрит многие новички. Вот. Поэтому я переживаю за них, чтобы они как бы не получили травму, да, и так далее. Мы атлеты со стажем. У нас нейромышечная связь хорошо развита, мы чувствуем заднюю дельту, да? Оградительная способность. Да, мы чувствуем мышцы, которые мы делаем, но у людей, у которых стаж там 1-2 года, они просто с таким весом, они не будут чувствовать именно заднюю дельту, они будут чувствовать половину спины, да, и бог его знает, что еще, с трицепсом, еще икроножные там чувствовать будут. Вот, поэтому не гоните коней, как говорится, не спешите. Всему свое время. Да, самое главное в бодибилдинге – это чувство той мышцы, которую делаешь. Если бы этого не было, мы были бы лифтеры, поднимали много и выглядели. Цель должна быть проработать, а не нагрузить. То есть не нагрузить центральную нервную систему, не перегрузить связки, а именно проработать мышцы. И уже когда вы будете на достаточно продвинутом уровне, можете, конечно, попробовать с нами потягаться. Второе упражнение мы делаем, жим сидя гантелей. Несмотря на то, что мы уже разомнулись, что у нас уже было первое упражнение, мы начинаем первый подход всего лишь с 15 килограмм. Вот, на раз 20 специально тоже вкачать, потому что, я еще раз повторяю, плечи – это очень опасная вещь. Очень легко травмировать плечи. Вот. Несмотря на то, что мы сегодня возьмем, там, я не знаю, килограмм 50-60 гантельки, начинаем вот с чего. Обязательно. Да, Виталий? Да, разминка. Это важно. Важно, очень важно. Для здоровья. Для спортивного долголетия. Поехали. Сам, сам. Да. Три. И. Пять. Шесть. И. И.
Тебе так же? Очень интересная техника выполнения у Виталия. Он, если вы видите, акцентирует внимание на негативной фазе. То есть все привыкли как закинул назад. Виталя медленное опускание. Опускает медленно. И его плечи говорят о том, что это не зря. Базовое движение все-таки, как бы его ни называли, да? Упражнение вроде как с гантелями. Не со штангой, но тем не менее. Очень сильно нагружает плечевой пояс. Мне гантели очень нравятся, ты знаешь, потому что чувствуются все три пучка, да? Вот, к примеру, даже штанга, да, казалось бы, штанга. Но вот если ты жмешь перед собой, все-таки максимально там задействован передний пучок. А гантели, в чем плюс, кстати, гантелей, да? В том, что каждая рука отдельно, да, и включаются дополнительные мышцы. Мышцы-стабилизаторы. Стабилизаторы, которые отвечают за равновесие, конечно. Я считаю, жим гантелей – это такая основа, на самом деле. И, во-вторых, есть возможность немного привести мышцы в более сокращенное положение. Да, потому да. что, когда жмешь штангу, она так же ровно как бы и встает. Вот. Это тобой. Очень, кстати, важный момент. Виталий упомянул. Когда штанга, да, вы ее просто выжимаете. Когда гантели, у вас есть место сократить. Виталий, 12. Раз. Давай, легко. 2, 3, 4, 5, 6. Работаешь. 7. Мощно. 8. Еще. 9. 10. Два раза. Раз. Оп. Хорош. Опа. Легко. Давай. Давай помощнее. Еще. Итак, ну я думаю, многих интересует, в том числе и меня, чем вообще ты живешь помимо бодибилдинга. Я знаю, что ты постоянно вижу тебя то где-то на сцене Comedy Club, то в уральских пельменях там, да? Съемки? Да, вот расскажи об этой своей стороне. Это началось, наверное, где-то лет 5 назад. Тоже так по знакомству попал в кино к режиссеру Олегу Фомину. По знакомству, то есть не через постель, да? Да, не через постель. Так. Меня порекомендовали, главное, на роль. На роли, где были ассистенты, у меня был личный стол среди съемочной группы. В принципе, тоже сам проявлял желание, походил по агентствам, закинул везде информацию свою. Вот, но всегда воспринимал это как в качестве работы, дополнительного заработка. Ну, ты на себе не испытал, что это в какой-то степени мешает тебе как спортсмену? Или как бы всему свое время? Нет. Ты знаешь, вот плохому спортсмену, естественно, мы знаем, что мешает обычно. Поэтому всегда можно с собой также на съемку взять и контейнер с тем же мясом, и тем более там еще и кормят. Там есть, в принципе, условия иногда, когда можно отдохнуть, и остается время и на тренировку. Так, и еще у тебя магазин свой, да? Магазин спортивного питания. Да. Прорекламируй. Магазин находится возле станции метро Алтуфьево. Если вам интересно. Бесплатная консультация. Бесплатная консультация, абсолютно. У меня, ну, естественно, тем, кто приезжает в спортивное питание. Кто приезжает непосредственно ради самой консультации. Ну, тут уж я уже говорил, что, извините, это моя работа. Я тоже работаю тренером, езжу в разные клубы. Где мне люди покупают карты, там я, собственно, их и тренирую. Так-то я, в принципе, не привязан ни к одному из них, что дает мне возможность осуществлять некоторые свои планы в течение недели, в том числе. Вот и удалось приехать также к тебе сегодня, за что тебе благодарен, отличная тренировка. Вот, есть Которую возможность. Уже, по-моему, пора продолжать. Да, пора ее продолжать. Поехали. Я махну, ты начинай. Всем привет, меня зовут Виталий Фатеев. Сегодня в передаче «Тело. Время» с Андреем Скоромным мы тренируем плечи. У вас есть полтора часа для того, чтобы
задать мне вопрос. Отлично. Третье по счету упражнение – это разводка одной гантели в сторону на среднюю дельту. Сегодня мы для разнообразия делаем именно одной гантелью, фиксируя второй рукой за что-нибудь такое недвижущее. Да? В чем плюс? В том, что вы акцентируете именно на одной руке, потому что когда вы двумя делаете руками, у вас немножко акценты, возможно, будут смещаться. Поэтому, как разнообразие, попробуйте вот такой вариант по одной руке. Какая основная ошибка, когда делают разводки в стороны? Они закидывают, теряют нагрузку со средней дельты. Здесь важно что? Чтобы кисть шла ниже, чем локоть. Тогда у вас нагрузка вот будет четко на среднюю дельту. Как только у вас нагрузка, как только у вас кисть идет выше, чем локоть, вот таким образом, все, нагрузка со средней дельты ушла. То есть обязательно, вот кто увидел, да, как Виталя делает, обязательно вот локоть, потом кисть. Одна прямая кисть и локоть держится. Как бы. Да. Как бы одна прямая. Да, тогда вот на уровне. Ты поделай, я покажу. Вот, видно, четко средняя, да? Вот. Как только у вас кисть идет вперед, вверх, все, нагрузка сместилась. Вот это очень важный момент, основной в этом упражнении. Решили закончить нашу тренировку таким изолирующим движением, прокачка передней дельты. Многие, наверное, отдают себе отчет в том, что передняя дельта работает во многих упражнениях, особенно когда вы качаете грудь. Вот. Но так или иначе ее нужно прорабатывать. И мы решили выбрать самое нетяжелое упражнение, которое может быть на переднюю дельту. Вот. Давай, самое начинай. Главное, да, в этом движении стараться как бы привести руку к корпусу, ближе к середине корпуса. Правильно? Да, к центру. То есть анатомически более правильное движение идет, и передняя дельта сокращается. Потому что если вести прямо, у вас больше будет ложиться нагрузка на сам, на сам сустав. Вот. И в избежании травм мы ведем именно сократительное положение для самой передней дельты. Вот чем хорошо показывать тренировку плеч с Виталием, потому что у него все четко видно, да? Можно четко увидеть, что работает вот передняя дельта. Ну, наверное, будет видна разница, да, если я вот буду, допустим, вести прямо, да, да. И стараться. Да. И тут уже начинает нагрузка все дергаться, сустав. Дрожать, как бы видно то, что нагрузка сходит с рабочей мышцы и уходит на сустав. Поэтому ведем ближе к корпусу. Это и касается также и гантелей, когда вы делаете подъем перед собой. Угу. Вот, в исходном положении руки можно держать в том положении, в котором вам удобно. Ага. Вот, не обязательно их разводить вперед, для того, чтобы уже подготовить и немножко, да, как бы сократить ага. замороченность движения. Так же свободно отвели. Опа! 2, 3, 4, 5, 6, 7. Некоторые ведут до уровня глаз, да? Особенно это можно видеть в роликах из 90-х годов. Ага. А из 80-х? Из 80-х, да. Сразу туда. Вот. Ну, нас уже не обмануть, мы новое поколение. Наученное на предыдущих ошибках, да? Ну что, друзья, завершилась тренировка плечей с Виталием Фатеевым. В рамках передачи «Телу время» это первая тренировка плечей, поэтому все первые тренировки я стараюсь показать
без лишних каких-то изысков, да. То есть это те тренировки, которые вы можете попробовать на себе и испытать оптимальную, полную накачку со всех сторон, да. То есть начинали мы с задней дельты как приоритет, затем был жим, сидя, затем разводка на среднюю дельту, и добили мы все это передней дельтой, да. Я бы всем советовал строить свою тренировку плечей так, чтобы в ней было один жим, да, то есть там штанги, гантели, и несколько разводок разнообразных под разными углами. Я считаю, это наиболее такая оптимальная схема, вот, потому что некоторые включают там несколько жимов, там 2-3 жима, там, мне кажется, это лишнее. Должен быть один жим, базовый такой. Возможно, еще один какой-то добивочный, и все. Что хочу сказать, ребят. Дальше будет только интересней. Больше весов, больше массы. Оставайтесь с нами, все будет хорошо. Ну что, после двухнедельного перерыва, после соревнований, Андрей все-таки вынудил меня позаниматься серьезно. Все супер. Что касается самой передачи, задумки, это, конечно, очень интересный проект. Андрей молодец. Собирает самых, на мой взгляд, интересных спортсменов. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока. Итак, Виталь, пришло миллион вопросов. Отвечаем быстренько. 3-4 упражнения, которые нужно делать обязательно с вашей точки зрения на плечи. Протяжка, тяга к подбородку, махи в стороны и махи в наклоне. Где планируешь выступать? Пока неизвестно, до Нового года я отдыхаю, а потом уже будем думать. Пампинг или силовые для плеч? Ни в коем случае не силовые, но все равно 75% нужно от силового максимума. Жим из-за головы, допустим. Ваше любимое упражнение на плечи? Скорее протяжка, тяг подбородка. Штанги? Да. Как вы смотрите на тренировочный сплит, когда ноги тренируются вместе с плечами? Никак. Бред. Абсолютно. Ну, я бы не назвал это бредом, но все равно. Как начинать тренировать плечи после травмы? После травмы маленькими весами делать растяжку обязательно на каждой тренировке. Что, собственно, восстанавливает. Как придать плечам округлую форму? Объемы – это махи. Махи, но в то же время не нужно стремиться делать суперсессии, в которых будет там в сумме получаться 100 повторений. Я считаю, что это уже на грани безумия. Как часто стоит тренировать плечи? Раз в неделю. Сколько раз отжимаешься? От пола? Наверное. Ну, 50 раз могу, да. Я такой. Часто ли вы болеете и как восстанавливаетесь после болезни? Просто не потренируешься неделю, и все само по себе проходит. Восстановительное уже. Как учился в школе со смайликом? В школе учился до 9 класса, потом перешел в колледж. А в институте уже было все более благополучно. А во втором институте тем более. Сколько дней в неделю ты занимаешься? Могу и каждый день тренироваться. Все, в принципе, делаю в кайф. Зависит от периода, да? Зависит от периода, да. Стараюсь в кайф заниматься. Собственно, и турниры тоже выбираю в кайф для выступлений. Как прошел твой сезон? Доволен ли ты формой? Конечно, доволен. Доволен. Будем стремиться делать лучше. Самое главное. Так, какое у вас любимое упражнение на трапеции? Шраги со штангой, ну, максимум, ну, 240 килограмм. Так, я за пределы разумного не захожу. Виталий, действительно ли, что залог роста дельт – это максимальное кровенасыщение за счет пампа? Это, скорее всего, совокупность факторов восстановления, питания. И опять-таки я хочу повторить то, что не нужно заходить за пределы там 100 повторений в одном подходе, в этих сбрасываниях или в чем-то. То есть должна быть золотая середина, совокупность. Самое главное – питание, сон и норма. Норма, которую нужно выполнить. На сушке стоит ли делать тяжелые жимы? Может быть, но они относительно тяжелые.
Виталика часто приглашают на различные передачи, то в Камеди, то в Вечернего Урганта. В какой передаче увидим тебя в следующий раз? Вот, говорим, показываем с Закашанским, которая будет послезавтра. Все, отстрелялся. Спасибо. You either smile or die, and I don't smile, so I guess I'm running out of time. If we get down,